привет! Только что вот находимся мы с вами в Австралии, в славном городе Перте. Только что из здания суда магистрата в Перте. И вот я сейчас здесь сижу решением. Решение еще не принято, но появилась такая опция, возможность наказать просто эту американскую нашу подругу, которая не может контролировать свои грабли. Штрафом может быть 10 тысяч долларов австралийских. Ну, должна просто, понимаешь, такого рода существо нести наказание, и прежде чем свои заготовки выставлять и кого-то пытаться еще языком своим унижать, обижать, должна все-таки думать несколько раз хотя бы, чтобы потом не было мучительно больно, знаешь, так просто прощать вот такое говно, которое еще подает сейчас какие-то апелляции там. То есть я ей просто объясню, что выдал restraining order, то есть такое положение, когда ей запрещено, допустим, приближаться в мою сторону, ну, короче, на 30 метров, по-моему, там, да, или как-то так, или там каким-то либо образом контактировать, еще, не дай бог, угрожать там мне, моим близким и так далее и тому подобное. Потом ограничения на покупку, естественно, оружия, ограничения, видимо, на работу в некоторых отраслях, там, работу с детьми и так далее и тому подобное. То есть все это, в принципе, достаточно серьезно, чтобы вы понимали все эти решения. То есть я раньше сам думал, что, в принципе, ну что такого, блин. Вот, оказывается, все серьезно, потому